Вообще, любая беременная обязательно должна иметь хороший запас трансферфакторов для того, чтобы, не дай бог, если что-то происходит и назначаются антибиотики, у вас было надежное средство, которое может выступить в качестве альтернативы вот этого и обезопасить тем самым будущего малыша от различных побочных эффектов, тератогенных и уродств, которые могут возникать при применении токсичных для нашего организма, а уж тем более для организма маленького малыша, препаратов, которые на беременных никогда, как вы понимаете, не тестировались. А трансферфакторы тестировались у нас в организме миллионы лет, поэтому они для нас безопасны.